Берсаль такая левая, нахуй. Да, не рабочий. Ну, мы же с Берсой его тут убивали. Берса у него после 30% хп. Так, у нас тут... Просто усиливается урон немножко. ДЦ это имба, блять. Подставь в шкаф. Надо фиксить. А сколько ДЦ абсорбит? Одним. Тысяч по 10-12. Да, десятку там где-то абсорбит. Разговаривать ты с нами не хочешь, значит. А, у меня микрофон выключен. Бля. Ты меня заебали дрочить уже, не могу. Прямые двери, блядь. Да шпингалетки нет, я бы давно закрылся. Говорю, привари дверь. А, привари. Ну, а как я выйду потом? Камень поставь. Там два ретрика, нужно, чтобы помогали диспелить мишки ДЦшнику. Да. Прими саппорт, три. О, мемочка съебалась. Че, ДК, по идее. Это подожди. Это че, он проходку залутал и съебался? А хуй знает. Заебись. У меня есть настой. Ну все, все тогда. Есть, есть. С их десятки кто-то ушел, а кто это? Мемочка. ТП. Не, она вроде с ними не ходила. Ну, я с ним ходил. Все, все готово. Потом разберусь. 5, 4, 3. Может, они поделили. Угу. Ага, пока. Ну, как оно почти в лицо пнуло ногу. Смотрите, Лёш. Ой, бляха, муха. Нормально накидала. Бать, Керус, повезло, что ты жирный, убьем этих или нет еще? Сейчас, после бомбочек будем бить. Вот, бомбочки пройдут, будем заливать. Смотрите, куда пойдут. Только к стенке не подходите. Бать, рядом со мной поставил. Блядь, Женя всегда возле стенки стоит. А, все, а заливайся, я... заливайся. Нет, на пол нет, дай, нет. на пол дай. Диспельси с Керуса, дайте зубы, диспельси, Керуса, диспел. Давайте заливаем по максимуму. Всех зальем, потом уже все справа будут уходить. Больше там печати врубать. Ебать! Вот это хп нахуй 200. Диспел, Керос. Давайте заливаем. Халява, умрешь сейчас. РБ, ты забыл шмот сменить, что ли? Что такое? Твои дракондеров. Куда встать? Вон, печеньку.
Бля, сливайте дракондеров лучше. Милики. Сейчас сливайте аккуратно. Потому что едет баллона. Пусть милики дамы пока побьем. Все, на пул дайте. РДД, подключайтесь к ним. На пул отдан был. Кирус там всё, как-нибудь... Масс есть, агро? Быстрее прохилься. Я боюсь без босса. Если масса. Дай боб по мне, кто-нибудь боб по мне дайте. Диспельте Кирусу быстрее. Боб. Все, давайте заливаем. Все, бомбочки пошли, пизда она. Дал Т4. Геру дайте. Кирусов на фул поднимите, пожалуйста. Дайте руки по Кирусу, руки и диспельте просто нон-стоп. Даю войск. Давайте. Все, давайте. Там два, смотрите. Они теперь тупо стоять будут в обе. А, да? Ну, бомбочки останутся. Это чисто бомба. Все, блядь, давайте по центру босса, там почти нет бомбочки. Не прямо в центре босса, а рядом. Давайте, выживаем, все, заебись. Да, дайте им. Не, КД Инур. Кирс, дай им. Дим, есть там ману? Дал Инер. Бля, бомбочки отбегают. Да ты, бля, угар. Вы сейчас близко стоите. Бляха, ну. К стене не вставайте. Все, все. Главное, к стенке не вставайте и все. Я, кстати, кажется, знаю, что они не поделили. Мемочка ливну. Лок, вот это фигня. Да, он отдал Локу кинжал своему другу. Ой, своему другу. Там Локу, точнее, отдали кинжал. А мемочка, походу, его хотел. Бля, я сейчас БР дам. Дал БР. Лапку дал. Создал лапку? Окей. Да, дал, да. Я чё ливать сразу, блядь? Ну. Блядь, я потом разберусь, я сейчас займусь. А это ж таких людей не понимаю. Не золотого шмотку, лив. Как будто ты придешь в другую гильдию и тебе там шмотку сразу дадут. Ну я спрошу сейчас, что у них там произошло. Скорее всего, вот из-за этого. Видимо, он алкмейна как захотел, так и разрулил шмот. Ну, видимо. Да. Ну тут только, кстати, физ урон увеличивается. Магия не увеличивается. Да. Он быстрее кастует, типа. Бомбочки быстрее летят. Почему, кстати, промах? У меня же как про меткости шефов мне. 100% на. Так у меня 100%. Ты сам все еще, допустим, эту меткость даешь, блядь. Ну, что это за хуйня? А сколько у тебя рейтинга? У меня 100%. Нет, рейтинга. Рейтинг меткости 276 на своего. Кап. Ну, надо... А, 200. Ну, кап же. Ну да. Там, а что там, 7% дается у тебя в талант? Да. 3 так, плюс 4 еще. У меня с тобой 15, можно сказать. Мне заебись. Давай на мужика разъебываю прям в центре. Лёг нахуй.
Ебать! Что это щит? Бля, там кул. Вот это развратит, вот это красивый щит, кстати. Все хотят, говоришь. Все хотят, Гриш, ролим. Все роли? В смысле все, блядь? Ну ты не борзей уже на своем пати. Роли. Ты сказал все роли. Ну там арканавт, ебать. Ты, блядь, за этими ботами ходил сколько надо? 3 кд, блядь. Это Джон Лайбл, да? Это третий шкд. Сейчас малокрашу будет, да? Да. Не, ну обязан посох выпустить на ловкость. Там моб а малокрас... сколько танков там? Что-то забыл. Один в одного. Один? Там контроли надо раздавать. Смотрите, тут мобы могут савериться осторожно. А, малокрас же это с этими, с крипами. Которые... Тогда я катас... Ой, бля. Тут аккуратно там могут. Не, может ШП, в принципе, там уже нормально будет. Сними без меня квадрат. Сейчас. Прижмите все стенки. Я еще плащик. Не, ну ты вообще... Не, плащик уже не идет тебе, все. Плащик уже следующий... Плащик уже следующий уровень, все по чуть-чуть, да, вот так вот. Че ты думал? Хуя себе... Так, все по чуть-чуть? Да. У халявы, сука, две шмотки. Ну, тут больше некому отдать, так что не считается. Мне. Не, ну это пиздец. На аэродром заберу. Ну, зато смотрю танку, как танк оделся, ебать. Бис уже почти. Могу отдать. Горячий а ведь когда-то ты пришел как танк. И тебя свернули вроде трика. Да. Я помню, он говорил, что ему надоело ДДшить, и он хочет потанить. Запишите, где это? Где эта запись? Я помню, он такое говорил. Не, это он говорил до этого первого в рулях ХМ. Да, он еще не выбил тот меч. Тебе говорю, на моей сейве учись играть. Будем меняться. Бля, ботинки вообще пиздос. Да, посох тоже. Что посох? Нахуй мне твой посох? Ну я тебе им хуярить. Блять, себе поебал постучи. Так, зов мы же уже Керосу не отдаем. Нет. Второй ему зачем? На Мишку. На Мишку? Лол, блять, на трансмут еще скажи. Тут зов-то трамкомат, я себе заберу. Заберу на трансмут. Вообще в идеале, чтобы пушка упала. Кошка? Пушка. А кошка нужна? На ретрика или на ВДК? Ну мне, чтобы поменять на ретрика, мне нужна колба с проб. Ну пока колбы у тебя нет, тогда я забью. Ну, можно так, да. У тебя разве меткость не упадет потом на ВДК? Да там есть пара шмоток. Или ты с собой просто всегда на... И нормально. Там есть пара шмоток одеть. Ну, сам смотри. Я Хюрем, блять, выходит из игры. Кто нахуй? Я Хюрем? У нас в пизде я Хюрем есть, блять. Хюрем Султан. Ненавижу ваш гарем. Захни, сдал. Кто у нас там, ебать? Курок, это кто у нас? Нежить? А тут некого сон кидает, да? Ну, слизи я сам сон кинул. Кольц. Кользи я сам. Смотри. А там больше тут две нежити. Не, смотри, Турга. Не, смотри, я. Тут одному фир давай. Не, ну смотри, два паладина пусть сидят на нежити, хули. Почему у нас прист есть, он шакл даст. А, бля, забыл. Сорян. Бля, вот был бы один Элем еще, вообще пиздато было. Элем? Ладно, я Турга все равно запомнил. Буду его тоже шипать похуй. А то я видел, там Фир снимался тогда, там вот тут рай. А корни тут. Ну гуманоида он. Могу гуманоида в корни. Турга. 5 минут сапрот надо бить. 27 секунд действует корни. Под сапротами надо. Шакрить
вот этого черносерда. В принципе, если два ретрика срыгать, можно и по корабу дать. Этот. А хуй знает, как лучше. Танку ты сможешь одного фиры кидать, а другого... Не, я запомню цель, ты чё? А, нет, ну подожди, турга ты сможешь шип кинуть, да? Турга в шип будешь кидать, Женя? Да. Могу, в принципе. Шакли и тогда черносерда. Ты в шипе уже? Все, леоников хапали. Отлично. Мой корг, да? Корга ты сможешь кинуть в этот? Сейчас я ему покаяние дам. Да, турга тогда этот. Все? Саппорты обновите, самое главное. Вероника ауру третью держи. Извините. А да. Танку будет от тьмы держать. Сейчас обновите. Есть саппорт у кого? Да, нет, есть. Подходите, подходите, осталось. Подходите ко мне. Забирайте, вот я прыгаю. У кого саппортов нет? 6 саппортов. Пять одних надо идти фармить. Но. Есть дели дикой магии? Давайте, ребят, по фасу. У кого саппортов нет, киньте вот на сову мне трейд. По-быстрому уже зальем. У нас полтора часа на два босса еще. Че, никому не нужны саппорты? Ладно. Давайте, по готовности. Тогда Арканавт у нас Турга держит. Корога у нас этот кидает. Танку, Черносерда и ВБ. А КД я скользи. На готовность и начинаем. Все? Добрым кому пошли. Четыре, три, два, один. Ой, ты побежал, блядь. Да блядский турк, блядь. Заебёт. Да, что это такое, нахуй? Зальём его, может? Да все, забей на него, не трогайте его, просто босса. Всё, ладно, похуй. Свои цели забинайте, самое главное. Харак вышел. Блин. Харак. Зафирай его. Да ему кто-то сбивает, блядь. Блядь, выйдите, заявить. А заявить нельзя? Пиздец. Да, у меня ворота. Да что, могу диван кинуть? Кидай диван. Хуйня какая. Звездопад, no use. А что его в корнях держать? Каража. Ой, не карага, а турга. Да, уже пробовали, корни, по-моему, не работают. А турги не работают? Корни не работают здесь. Я если бы работали, мы бы сам покидал корни. Я помню, на животных не работают. Мне тут вообще они не восприимчивы к такому. Ой, нахуй я встал, блядь. Беги теперь уже. Угу. Придется бежать. Не стойте около мобов. Блять, мне надо вообще с километра стоять. Ну, можно турга отдать это, на сап. Кстати, а он сапнет, а потом кто его будет держать? Его сапнуть, и потом можно на него шип кинуть, тогда он не должен будет съебаться. Ага, только мне туда пойти надо как-то. Ну, нет, вообще, когда... давай Экон тогда жабу кинет, он тогда не сможет двигаться в жабе. Сможет он. Тоже должен. Я не знаю. Это он в шипе не должен. В жабе, скорее всего, будет бегать. Че вы паритесь? Даже обычные мобы бегают. Когда ретрик дает покаяние, у тебя оно висит минуту. Минуту КД. Когда КД заканчивается, 5 секунд остается, ты подходишь, от КД сразу еще раз тыкаешь. Он даже с места не сдвигается. Там просто кто-то задевает. Это, походу, мой старфол. Я не знаю, насколько далеко стоять надо. У ворот. Поставил рыбку.
Да это пиздец. Я сейчас этот макрос напишу на отмену Старфолда. Это невозможно уже. Да там не столько Старфолда, может Санцепад еще. Санцепад вообще кончено, он на кого попало работает, а не на цель, которую я бью. Угу. Почему? Они вроде обещали сделать, что на ком будет лунный огонь, того и будет только Санцепад бить. Ну вообще не так. Санцепад и падающая звезда — это разная хуйня. Падающая звезда накидается только на того, на ком лунный огонь висит. Вот, а... Нет, они реворк обещали же на сову. Они наебали. Я видел, там залупу написали, блядь, что типа в одну цель будет бить. А когда ты кастуешь звездный огонь или гнев, у тебя кидается санцепад. Он, по идее, должен в одну цель кидаться, а он кидается хуй пойми на кого, блядь. Да. Сказали, АУЕ убрали, а в итоге все равно рандом. Ну, если я подойду, меня босс... Не надо подходить. Я их развернуть могу, но босс не разворачивается, козел. На него не подходит эта хуйня. Не, ёбни на него другое, которое моментально стандует. Не оглушение, а... Дезориентация? Не, ну в инвизе, которая... Как тоже дизайн. Так это и есть САП! А вам не САП. Ну, да не САП, блядь, а покаяние, блядь. Какой нахуй САП? Сука, покаяние было... Да не, блядь, не ослепление, сука. Ретрик дает покаяние, его САПом называют. А второму что я дам? А второму, блядь, фир. Нет, ну смотри... Что, на пианино должен играть? У меня нельзя запомнить две цели. Ты одно запомни, который... Ну, одну запомню, ладно. Ты запомни, не шить. Тургу просто дай покаяние, и все, и можешь его, блядь, забыть. Одну взял в таргет с пула, вторую запомнил перед ладно, этим. Ладно, Вероника, смотри, тогда запомни Корога, ты ему будешь кидать фир, и все. Вас понял. Все, тогда ты Тургу покаяние, Шакал черносерую, я сидю. Этот, а Вероника фирять Корога будет. Все, давайте добавим пул. Пиздец, пока тут с контролями разберешься, ебанешься. Все, гоу. Ебать, покаяние, нахуй. Ну не работает на Труга? Вот. А, все. Стой. Ебать. Это не покаяние, это дрожащая ладонь. Да пойдет, она тоже минуту есть. Вместе с тыпом вообще. Так что, не сработало покаяние Павловское, да? Работало. О, я не проверял. Я сначала даю ближний стан, потом, чтобы далеко не бегать, покаяние. Но сбросилось. Да нормально вон в коте, блядь. О. Чё собрал? А не забрал еще? И ВБ. Там фиры сейчас будут, тотем оставьте. Сейчас я пойду обновлять. Там взрыв разума, блядь. А он же ШП, блядь, майн контрол, готовьте диспелись. Сейчас будет пробивать жестко уже. Карак вышел. А, Карак. Бежал. Змея. Блять, какого хуя? Сейчас я ее толкну сперва. Точно. Ну, это гроза, наверное, хуй знает, зачем он кидает. Карак меня бьет. Надо будет с фира забрать его. Он не фире, он только что меня бил. Он фире стоит, а не у фир висит. Алло, да? Он меня бьет! Да я не знаю почему! Посмотри, у него в дебафах фир. Ебать, я вижу, что он меня бьет. Я на тебе, я тоже вижу, что он тебя бьет. Меня. Да, слизь. Меня. Да я вижу сейчас. Сука. Сука.
Черносерд идет, черносерд идет. Сука, мне еще дальше стать от змеи теперь. К этой стенке мне это сильно. А он корни кидает. Продиспельте просто корни, продиспельте. Рак бежит. У меня массакрай, кстати, мы старше проблем. Под на 40-й стак ближе, наверное. Хотя там лучше из бала. Там карак бьет. Блять, что я сделал? Что ты сделал? Следись, следись. Найтмир му. Он хапал уже не забирает, надеюсь? Забирает. Не знаю. Сейчас проверим, готовьте, блядь, готовьте. Заебал. Бля, съебись нахуй. Заебал он меня! На свет небес. Бля, в мире бьет! Не, он про змею. Лужа, лужа. Освещение, отпусти быстрее. Мас возьмем, знай? А, у вас РТ? Да. Да. Хуя. Нажал. Это вы где? Злома. Халява, я тебе БР дал. Да все, тихо, пожалуйста. Блядь, слизь. Сука, майн контрол. Он меня по всем потянули. Дал. Это пиздец, это имба же, он по всем дал просто. А это я что за херня? Он по всем майн контрол дал. А это нормально? Минус все. А это ну, кто ладно, ребят, удачи на РТ. Поэтому ДЗшника спек вот здесь. Ебать, это бред. Он просто 9 тел мейн контрол почти взял. Так что. Так что и ВБ твоя мечта не сбылась, блядь. Да, и ВБ тут походу ДЦ нужен. Бля, я там за тумбой лежу. Поднимитесь. Вероника, вряд ли как раз бойся вдвоем кидать, это нормально. Во. Все, сейчас походу убьем. Мы убиваем только, когда Вероника в ретрике. Нахер я хэпала собирала, пошел он. Да я пулю вещи. Я делаю это, чарника и пулю вещи, ну все, заманала. Да нет, надо, чтобы три спека было, чтобы можно было менять. Еще танка собирай. Есть танка спек. Нет танка спека. Я бы его поставил. Ну так надо сделать. Дим, есть сердоль с собой? Так играть интереснее. Последний у тебя был. Ну у меня потом есть. На... Ты смотри, мы ему око дракона вот, находим, он нам сердоль найти не может. Дай око. Вот, фу, око, блядь. Все, все уже. Око давай ему. Агровый дать? Да. Потом я просто все сроки закину, сердоль у меня там лежит. Ока я куплю тебе, Нурик, хоть три, блядь. Да, забей, можешь не возвращать, нормально. Все, все готовы? Нет. Нету каски. Нету пристабафов. Да. Оно тебе не нужно. Нихуя себе. Надо тоже скипать. Бля, у нас... Нашаклить? И ВБ спрашивает. Ну, конечно, да. Все то же самое. Просто теперь он хотя бы майн-контрол на нас кидать не будет, пиздец. Все, нет, это жестко. Я думал, он меня только взял, а потом смотрю, вы все, блядь, бегаете, друг друга ебашите. Вы подошли на контроль? Давайте, контроль. Покаяние. Кому вы, блядь, покаяние дали моему? Так корогу же покаяние дают. А, все так. Правильно. Какой страх? Помойку, блядь. Твой тур, алло. Ты чё с тобой?
Ты его найти не можешь, он в коте стоит, блядь. А все, я проебал уже весь дерткас. Стой, обновляй тогда им покаяние. Нет, все, 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 твой. Я буду догонять его. Нет, там все равно подстрахован. Обнови, я на нем покаяние нет. Это способность Гуи. Змея твоя плюет, блядь. Блядь, она... Кто ее забрал? Она же была в этом. С этого она сняла. Прохил? Я нажимал свою, нажал свой сейф. Блядь, я не заметил даже, сори. Яды летят, блядь. Ну, я не заметил. А чего вы подвели ее туда? Что ты задел? Ладно. Нормально. Да, если есть свои сейвы, там тучку прожимайте. Блять, опять? Блядь. Как она снимается? Кто-то снимает с ним? Не, с кота. Максимум, откинь, ты опять? Откинь всех вот пустые. Откинуть сейчас? А, дадите давай, контакт? Давай. Блять, блядь, одного. Похуй. Я подальше отойду просто еще. Надеюсь, хилы до меня достают, потому что я его бронил. Вот. А он в покаянии. Блять. У него покаяние слетело. Дайте шип фира ему что-нибудь. Я на себя загрел, вот иду. Как она в комер заебись. БР нужен. Керус, дай БР. Керус открыл. Нет. Тебя нет. БР нет. У меня есть, да? Сейчас где ты? А где это пускай будет. Я за эконом лежу. Я тебе не могу дать БР. Заебись. Заебись, все. Дыхай. Что там? Будете резать? Мне не дается рез почему-то. Почему? Не знаю, не дается просто. А, КД у меня 4 минуты, блядь. А почему не показывается? Не показал, я тоже смотрю по этому. У меня КД. Освещение уже. Освещение. Смотрите, сейчас второе освещение будет. Оно на земле до сих пор. Невидимое. Освещение, да, отошли. Ты ебать. Мать не настрой. Можете в освещение заходить теперь. Я у тебя кота, нет? У меня? Нет, только танк. Я могу в Эртру просто, если я конвалем аспектниц. Ну, твой... В Эртру я захилю. Твой Сенстрайк все скидывает. Да, съебало меня это. У Турга вначале не контролите, я это свою змею контролирую. В смысле, Турга, он был вдали. Он приходит постоянно в рейд. Сказать из-за кого? Не из-за меня, это точно, блядь. Кто-то ему покаяние вначале не дает. То есть покаяние и шип ему дают, и ему все равно похуй, он идет, блядь. Ну, моя змея последняя подходит, правильно? Ты подходишь шипать змею и скидываешь нам. Я не скидываю, я подхожу только, когда у меня звездопада нет. Ну все, я виноват, хорошо. Ну вы посмотрите по этому, по details, он попадает по нему. Последнее сбил я, да, но он слишком рядом ко мне стоял. Ну вот. По details уже можно, или по этому посмотреть. Если в него попадает. Лежишь. Не встанешь. Смотри. Оп.
А Турку он вообще что делает? Пиздит просто в миле и все. Да он босс у него был. Он вообще что-то умеет делать? Максимум, может его просто взять? Я от него максимум что словил, это рассекающий удар. То, что увидел. А в книге они не отображаются, там другая пачка. По крайней мере у меня. Давай я просто буду двоих держать и все. И забейте хуй на Турга. Ну, реально. Вначале дай пока они потом заберут. Пускай лучше по нежити дают, два покаяния, и все будет заебись. Да нежить-то держит. Так одно же в шаку можем кинуть. Пускай лучше считают вас. Два покаяния, нахуй, они там будут стоять на ступеньках. Да какой ДПС там, ничего не потеряешь. Гоу, ребят. Все, все бафы есть. 5, 4, 3, 2, 1. Деньги. Ну, пуливайтесь теперь. Друга просто клеваем тут. Может все вообще забить на него. Только босса бейте. Халява. Через душа нас. Блять, не надо. Дядя. Паладин, смотрите, милики, сразу готовься отбегать на шаг, стойте от него подальше. Сейчас освещение даст. Свет небес. А он. Кто? Паловский забрал ноги. Освещение. Сейчас еще даст. На шаг станьте от него подальше. Освещение. Там освещение также осталось невидимое, не подходите, просто переживите и все, не подходите. Он три способности дал уже, все. Там освещение на земле стоит просто, что нет? Все, здесь исчезло. Все. Батьки, разживи дубовую, давай. ДК. Тоже лучше сейчас будет смотреть. Ну тут не в миле, тут рандомно будет кидать, да? Подальше, да, стой друг от друга, и все. Или кинул. Наебал. Эма от тьмы, сдай сейчас? Ну. Очень больно бьет. Ебать. Ника, поменяемся. А это дождь будет. Да, 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 давай. Смотрите, дождь от огня, оставьте ауру. И проклятие, и может. Еще не ту ауру держал. Да. Проклятие не проебите. Ну, точно кик. Я сняли уже. Нет. Сразу снимает вот все. На его бейнер кинул. Бать, больно. Ну что, не было выбора прожить? Я паладин. Не успел. Что, бар, давай? Давай, бар. Только смотри, освещение. Сразу лапку сдам мне. Здесь крылья, блядь, крылья. Крылья забери быстрее.
Крафтей. Готовьтесь, вот. И третья будет еще, либо лужа, либо эти две хуйни. На шаг, станьте просто, да. Все, нормально. Три способности только кидают? Да, всего три. Все, окей. На эти стрелы Геру давайте, на следующий. Давайте, Геру. Соевые прожимайте. Айсбаунс дашь? Потом. Нет, не надо. Что, нормально. Эма? Вероника, ты сдавала Эма? Тебя спрашивают. Нет. Вот первая. Еще две обилки. Освещение. И третья еще обилка будет. В сторону кружка готовьтесь. Освещение. На эти стрелы дам мне зыбку. Надо будет гимн на жизнь сразу пожать. Пока под незыбкой захилить и так. Экону Иннер, дай. Мои способности спиздил. А, хуй знает, что маг делает. Уф, проста, ну чё? Это? О, ледяной дождь, ледяная стрела. Ебал, смотри, на нахуй. Нихуя, на 20 тысяч, блядь. Ёлки, можно это мне ты так? Ты позавидовал. Не, ну я так тоже могу дать, ну, блядь. Сейчас ты свои сейвы там. Именно тебе? Тема поменялись, да, Вероника с Дашей? Там 300 тысяч, надеюсь, добьете. Да добью. Я же говорю, Вероника в ретрике, мы убиваем. Ебать! Бля, такая хуйня. И ты чё? Голова кольчужная. Бросит плащ сразу. Голова прикольная, бля. 10. Блять. Какая хуйня. Кстати, ВБ, тебе нужно разве критфаст на ДЦ? Ебать! Ебать, что это нахуй такое? Туда это не смешно даже. Это пиздец. Мое уважение. А зачем у вас 264 почти так есть? У меня 245. Формула чар по ваш еще есть. Да, давай войду. Формула? Че, вода, формула? Да. Блядь. Смотри сам. Так, ну и кольчуга. А кольчуга? Да, это эконом. Не то, что нужно. Или хэпалу вон танку забирать, пускай. На хэпалу. Нет, экон тебе нужно? Не, оно не нужно, на самом деле. У меня уже стрелка есть, плечо 264, которое мне тоже не нужно. У меня все есть, но мне оно не нужно. Всё-таки. Ну пиздец. Тут собрата не нужна. Можно мне бафов? Нет. Инту снимай. Сам не нужен? Вроде только на третью фазу пережить. Да там без... мы же без саппортов его убили. Саппорты обязательно я нужны. Я не собиралась бегаться. Зачем? Саппорты? Да, потому что вихри магия бьет, и в конце огонь магия бьет. 33 минуты есть. Ну, у меня саппорты есть. Блять, как это отбегать начинать, нахуй, ебаный в рот. Что такое? Да сейчас я вспоминаю, как это заебывает первая фаза у меня. У меня вообще все в уклон уходит, мне похуй. Так тебе в уклон все уходит. У меня все в уклон, блядь. Я даже могу, блядь, не отбегать. Кристо бау, дайте. Мне чисто все в уклон, блядь. Ему просто сразу отбегает. Этот СС халяви, дайте сразу. Да я просто буду нахуй в пизду. Лучше потеряю ДПС, но выживу. Нет, на тот ДПС нужен. Большой ДПС нужен. Танку... ебать.
На первый я. Прилетел холоскоп, называют. Зачистится на дрены балуются тут. Не, ДПС накручивает. Дома на игру дрены балуются. Давай рыба, вон еще стоит. Вот, вот эта частица, она в ДПС идет, кстати. Я не понимаю, почему она у союзников идет. Верник, что это за херня? Я не знаю. Почему она идет? Самое главное, она только дамажит, она не хилит. Она еще и хилить должна. Но она не хилит. Все тогда. Метку поставишь сам? Я сейчас дам ассист. Забыл совсем. По хуйне сейчас пройдем. Можно каску? Не знаю, как по мне, он легче Джанала этого же, блять. Нет, ты чё гонишь? Джанала легкий, помимо этого. Тут третья фаза, пиздец. Чё, туда, помните, что делать-то? Ну тут только Вероники не было. Ну чё, ещё раз скажем по пути, чё делать. Походу разберусь, не сдох. А ДВМ неправильно показывает его на вертушку, Вой? Да, про... Нет, оно там 2 секунды позже, не буду. Дурик на ТМК висит? Да. Ебать, я выжил? Лучше не ловите эту хуйню. Потому что с топором одновременно это сразу ваншот будет. Заебись. Стукнул, щелкнул на списке. Давай, ну ладно, кажется, что-то полутал нормально. Нет, я посох не... Плащ хотелось бы, но хотя бы с ИВК надо бы 50-50 плащ сделать. Валитри? Нет, с ИВК, ну можно с вашей... С ИВК? Не, я бы вот с Валитри забрал, нахуй ты ИВК заебала. Да там 50-50 есть, блядь, уже. Не 25-ку имею. А, не 20, а, ну тогда ладно. А, десятка, десятка. Там хотя бы 258 плащ. Там 258 на нормально. Где-то... На 4 характеристики хуже, чем с Валитри 25 ЦУК. Где-то так вот, например. Плюс-минус. Ебать, вы что делали, семейники? Стрелять какие-то. Скоро фаза. Все подбегайте. Звезду. В один фрейм. Кирот, не бей, я, блядь, в тебя на пулю. Угу. Мази спел, дай мази спел срочно, мази спел. Все. Че, отворачивать не будет? Вереник, смотри, на третьей фазе он сейчас превратится в птицу и в центре. Тут будет завихрение, мы будем стоять в звезде, пока завихрение не уйдут. Писятку сдашь свою просто, чтобы выжить. А потом вихри уйдут и будет за войдом гнаться. Наша задача, пока вихрей здесь нет, в центр босса уйти и пиздить его до следующей фазы. Аня, он проектное включение, когда он птица. Подожди, я тут в одного босса? Да, в одного босса, в одного... В одного босса, вот. Ну, в смысле, а в одного тонна? Я помню то, что я давал массу крова, но у меня не... Ой, массу крова, массу... Священную, короче. Мази спал. Всё, мой. И от сил природы, главное, это ты. Да. Ты на третью фазу, да. Давайте, до 3% еще. Блядь, Керуса не догнать, но иди в пизду. Отводить будешь? 1%. Сейчас догоним. Готовь часы ивы нажимать. Которых нет, нахуй. Немно... ИВБ немножко назад встань. Вот это. Блядь, все, встали, все, в один фрейм, давайте. Оп, выжили. А, нахуй. Бля,
Я дам БР, я дам БР, второй БР дай. Быстрее, в центр бежим. В центр бежим. Все, пробафайтесь. Аккуратно, знаете, РДД аккуратно бейте. Тут прям по одному касту, смотрите, что вас не убило. Иннер по ИВБ сдал. Бейте так, чтобы вас не убило. По кастику так. Иннер, дай по Айкону, чтобы он прям не боясь хилил. Блять, хуёво они встали. Дал. Всё, окей. Просто тут хорошо Веронику спекнуть было в ретрик, потому что она милик на этой фазе. Тут щиты. В идеале, конечно, если как он сделал это Лема, который будет тащить. Или Энха. Скрытый класс. Да, ну, Энха лучше, да. Все тогда Экона и Энха делаем. И он покажет на Азероте, что такое ДПС. О, Хюрем зашла. Кто такая Хюрем, не понимаю. Да выше не ебал. Давайте, 8%, потом... Что я забыл? А коты стоим? Блин, нам демона не хватает здесь, демон нужен будет. Кот стоит. Нам бы демона сюда. У нас же бомжи. У нас демон, одни бомжи только. Здесь рейд бомжей, блядь. Так, демон тут спасал нас импами своими. Да, сейчас не будет импов уже. Сейчас будет очень больно кусать. Готовьтесь на пул. Там КД я смотрю. Да, тут КД, но сейчас закончится. Готовьтесь, уже. Не бейте, аккуратно станьте, не бейте. Не бейте. Давайте знакомлюсь. Все. Надейтесь на лучшее теперь, ебать. А чё? На мне оплетение. Почему он меня бьет? Ебать! 12 стаков на мне, ёбнутый. Бопом снимется, не? А попробуйте дать боб по Экону. Я снял кошем. Боб на Экона накинул. Ебать, сейчас умру, походу. Но вы на тебя закрыли. Не, не надо пока. Если... А, СС и КД, да, да, закидывай сейчас уже. Перед рывком это. Все, ну ладно, нормально так. Рывка не будет. Будет. Ну, Боба тоже уже не будет. Нормально, ебать. Или не поебать с кого-то атаки. А до кого бомжей вызвали? Ну, сколько нас процентов давайте. Иннер по Экону закинул, ты по ИВБ закинешь. Пока что в КД. Окей. Как будет, закинешь. Главное, не проебитесь, не сдохните сейчас. 4% давайте. Ауру от огня потом поставишь, а стоит уже, окей. Там будет столб огня такой, из него надо будет готовиться выпрыгивать моментально. 1%. А сейчас 2%, 1%. Аккуратно. Не сорвите. Все, я на расстоянии встану. Все. Все, разбегитесь, рейндж держите. Вот такая вертушка, пламенный вихрь. Друг от друга на 5 метров натянут. Столб, если еще на танке, может быть. Когда будете бежать за боссом. Перед, ну, таргет, таргет, смотрите, он поворачивается. Столб огня 5 секунд показывает. Смотрите, так. Всего 5 секунд сразу уходите. На кого? Готовьтесь, скоро будет. И главное, чтобы миликов не уебало. Смотрите, вот на танке, на танке. Все, съебались, повезло. Гера, а, была, да, все. Ебать. Ебать. Это милики. Дай БР. По... Нет, он не переждавал БР. Блять, мне тоже КД. Ебать, да ну нахуй. Давайте бьем. Чё так много этих столбов, блять?
ЛВ давай, Дим на мана и на хп строчку. Да получается два столба прямо в нас нахуй одновременно въебало. Тотем от сил огня поставь, пожалуйста, очень больно прибивает. Смотрите, сейчас стол будет. Ебать. Да не, это уже вайп. Все сильнее и сильнее, блядь, сейчас убьет уже. Да, там усиливаться будет. Открутил. Есть незыбка? Последний шанс. На ЛВ. Да, но не поможет. Ебать. Там добить некому. Ну я хз. Мельки в одном фрейме стояли. А, ну Войда убил. У тебя СС был, ты сразу не встал, что ли? Да, я, бля, проебал, что у меня камень. Пиздец. Ну а толку, я все равно по один ничего не убил. Да не повезло, он два раза в мили ударил.